Всем привет дорогие друзья, сегодня я вам покажу как сделать крутую дрифт настройку вот для этого мерседеса Также эта настройка скорее всего подходит для других машин Но мы будем делать ее вот на этом мерседесе И давайте приступим, кстати эту настройку сделать очень легко и давайте я вам покажу Вам всего лишь чтобы сделать эту настройку нужно зайти в настройки машины, в трансмиссию и поставить вот Первые вот эти галочки RVD. И нижние вот эти три галочки. У вас все должно быть выключено. И все. И готова ваша дрифт-машина. И давайте я вам покажу, как она ездит. И давайте переместимся в игру. Как я вам и говорил, сейчас я вам покажу, как будет дрифтить вот этот Мерседес. И давайте просто нажмем на газ. И как видите, мы просто поворачиваем, и он уже входит в дрифт. Давайте немного на нем подрифтим. И как видите, вот такая вот получилась крутая дрифт-настройка, и сделать ее очень легко. И это сможет абсолютно каждый. Вам не потребуется никаких программ. И кому понравилась эта дрифт настройка, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.